Видеоролик, в котором девочки выполняют откровенные движения, был выложен в интернет и вызвал тысячи негативных откликов. Как установили следователи, все танцовщицы несовершеннолетние, большинство от 16 до 18 лет. Трем по 14 и двум по 15 лет. И сегодня выясняется, есть ли в этом происшествии и деятельности школы-студии признаки преступления. Основной задачей следствия является выяснить наличие либо отсутствие признаков развращений несовершеннолетних в действиях как танцоров, так и педагогов школы-студии, а также деструктивное влияние на психику несовершеннолетних. Также следователи установили, что танец пчелок был показан на отчетном концерте студии, где присутствовали родители и знакомые девочек. Кстати, все опрошенные родители заверили, что давали согласие на участие своих детей в данном танце. Напомним, на время следственной проверки деятельность танцевальной школы приостановлена.